Приветствую на канале, друзья, с вами Белогор. Сегодня предлагаю вам посмотреть на очередную порцию загадочных явлений, которые удалось снять в небе. Усаживайтесь поудобнее, начинаем. Загадочная воронка. Необычная воронка в небе засасывает в себя все, даже тучи. Говорят, что сняли это видео над дронным коллайдером. Якобы после запуска неких опытов и разгона частиц в небе периодически возникает такого рода воронки. Черное НЛО. Люди летели из Турции в Афины 21 марта 2018 года, и они заметили объект совершенно непонятной природой. Странный объект со шлейфом постепенно менял угол, то в одну, то в другую сторону. Люди думали, что он в конечном счете столкнется с их самолетом. Он был черный и вел себя совершенно непредсказуемо, а позже исчез. Прозрачное облако. Облако НЛО заметили в Филадельфии. Оно действительно со стороны напоминало облако, но вот только двигалось совершенно иначе. С большой скоростью металось из стороны в сторону, внутри прослеживались некие свечения. Такое ощущение, что это некая разумная форма жизни, либо замысловатый летательный аппарат. Очередной город над Китаем. 8 января 2017 года снова появился город над Китаем, который был виден около получаса. Что такого там вытворяют китайцы, что над ними постоянно появляются города? Причем явления эти замечают в большом количестве мест и с постоянной периодичностью. В прошлом видео был виден город с некими шпилями и башнями, который в шутку окрестили Хогвартсом, а здесь были сняты некие небоскребы. Все это очень похоже на мираж. Загадочное пламя. Свечение, похожее на пламя, снова заметили в небе. Причем аналогичные огненные шары замечают повсеместно и регулярно. Само это пламя похоже на некий сгусток энергии, который мечется из стороны в сторону. Загадочные НЛО. НЛО весьма странной формы заметили в небе под тучами. Напоминает оно не то хвост самолета, не то нос корабля. Причем этот же объект или точно такой был снят на фото в другом месте. После сопоставления этих объектов выяснили, что они одинаковые. Это НЛО на видео в один момент просто исчезло на глазах у изумленных очевидцев. Воронка в небе. В Норвегии в 2009 году в небе появилась воронка, которая постоянно вертелась и напоминала спираль. Его удалось снять очень многим очевидцам, и было ясно, что оно абсолютно реально. Характерно, что эта спираль возникла в тот же год и в Мексике. Двойное НЛО. В Канаде очевидец снял на камеру телефона явление, которое поставило в тупик весь интернет. Два светящихся шара испускали белый дым и летели параллельно друг к другу. Характерно еще то, что они соединены были некой переливающейся плазменной нитью. Никто не понял, что это было. Живое НЛО. Непонятный объект за тучей выполнял какие-то странные движения. Черная субстанция, очень похожая на живой организм. После просмотра этого видео возникает жуткое ощущение. Черная туча. На Кольском полуострове люди сняли на видео странный черный объект или тучу, который заслонял собой Луну. В скором времени этот объект исчез. Монстр из Китая. Китайское видео, в котором на камеру был снят некий насекомоподобный монстр, шагающий за горизонтом. Видно, как военные летают на вертолетах вокруг этого монстра. На самом деле видео, скорее всего, является фейком, потому что такое существо не появляется ниоткуда, и куда оно после этого пропало, непонятно. Это были 10 загадочных явлений, снятые в небе. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайки. Всем спасибо, пока.